Меня зовут Никита Шохов, мне 27 лет, я живу в прекрасном городе Москва. На этом фестивале вы увидите мои фотографии из серии «Крестный ход». Это огромное православное паломничество, где участвуют люди со всей России и всех слоев общества. Самые беднейшие закутаны в полиэтилен и тряпки. Наряду с ними перемещаются на дорогих автомобилях богатые. Люди идут пешком в течение 6 дней. И спят в палатках. Я стал снимать эту серию в 2012 году, когда происходят большие изменения в российской внутренней и внешней политике. Происходит реабилитация сразу двух старых противоположных политических институтов, церкви и советской идеологии. Но все это видится мне ненастоящим, эпоху глобального капитализма. Многие паломники искренне ненавидят западный мир. Они считают его греховными, отступившимися от Бога, но при этом с радостью используют новейшие цифровые технологии и продукты. Также интересует меня в крестном ходе богатая визуальность. Это новая барокко, это переизбыток деталей и красок, как в самой православной церкви. Представьте себе поле битвы. В центре стоит красная хоруквь, под ней на земле стоит икона последнего царя Российской империи Николая II. Вокруг лежат на земле человеческие тела, и только несколько человек стоя молятся. Все это в голубой дымке, будто от пороха. Я думаю, вам будет интересно видеть фотографии, которые изображают семей Старого и Нового мира в современной России –